Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сразу же Кейт нам звонит. Нико, твой брат пригласил меня на свою свадьбу. Ничего себе, я даже не думал, что вы знакомы. Мы не были знакомы. Он просто позвонил и сказал, что я тебе нравлюсь. Это правда, Нико? Думаю, да. Тогда увидимся на свадьбе. Конечно. Только свадьба будет еще не сейчас. Короче, это GTA 4 снова. И это третий сезон, восьмая серия. Куда бы нам направиться сейчас? У нас есть несколько выборов. Прочитал, что новость в интернете о том, что там, в игровых новостях, новость о том, что Дмитрий Раскалов вновь арестован и вновь освобожден. Потому что все обвинения были сняты. Да, везучий какой-то чувак. О, здравствуйте. Белик, хочу тебя представить Джону Гравелли, главе семьи Гамбетти. Ему нужна помощь. Я уже работаю на другую мафиозную семейку. Те еще такие дети. Пигарина? Да ты даже не мафия. Только Гравелли знает, как тебе помочь. Он в медицинском центре в Шоклере. Скажи ему, что от вашего общего друга. Он тебя ждет в больнице. Да. Но мы не сразу пойдем к Джону Гравелли. Сейчас я предлагаю направиться к Пигарино. Остановитесь, остановитесь, остановитесь. Нет, не к Гамбетти, к Пигарино давайте. Пигарино. Уже потом к Гравелли. Может быть. Ну подумаем, короче, к кому идти. Flatline. Ну-ка скажи мне, что это не ты. Эй, ты о чем вообще? Говори, балканский кусок дерьма. Я разделаюсь с тобой и со всеми вами. Я уйду перед этим, хорошенько хлопну дверью. Мистер Пигарино, я не понимаю, о чем вы вообще. Я приехал, как только смог. Проклятый Энтони. А что с Энтони? У него микрофон. Был. Вот оно, что. Мой личный телохранитель ходит с микрофоном. Я растил этого парня как родного. Я порвал его, словно собственного сына порвал. Мой сын совершил самоубийство, Энтони занял его место. И что получилось в итоге? Жизнь — говно. Где Энтони-то? Я услышал, что у него микрофон, и взбесился. Позвонил ему. Этот кретин даже мобильник не выключил. Ну что, поговорили? Разумеется, он продался федералам. Ну и дурак. По телефону он, конечно, оправдывался, но я напугал его до чертиков. Я надеялся, что мне удалось его убедить. А у него возьми да приключилось сердечный приступ прямо у телефона. Я подумал, что проблема решилась. Вот же слышно, как он умрет. Но этот козел выжил и теперь ходит в лифтуне в больнице под усиленной охраной. Окей. Разумеется, ты тоже... Ты сделаешь это для меня? Ты хочешь, чтобы я с ним поговорил? Я хочу, чтобы ты его замочил. Ты перебил всех крыс, которыми себя окружил. Ладно, ладно, не переживай. Поезжайте в больницу. Дайте-ка что, давайте-ка сделаем звуки тише чуть-чуть. А то... Меня слышно плохо, в прошлой серии было немного. Слышно, но не очень хорошо. Эй, такси, 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 остановитесь. Я помню миссию, которую он сейчас нам дал. Она довольно сложная, там
Here we are. Thanks a lot. Там эта перестрелка сейчас будет с полицейскими, потому вон тут полицейские машины стоят. Заткните глотку, Энтони, в отделе скорой помощи. Здравствуйте, здравствуйте, можно я пройду тут? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Дальше частная территория. В смысле? Почему это? Почему это мне туда нужно? Поспи, Энтони. А я его все? Заткнул его. Получается. Блин, ну сейчас опасно, он реально. Фу, скрылись. Наконец-то. Погоня та еще получилась. Думаю, Энтони на трибуне для свидетелей ты не увидишь. Хорошо, что я там тебя не увидел. Федералы всех крысами сделали. Ну ладно, увидимся, Нико. She's skipper. Привет, привет. Да, в общем, такое дело. Один мой друг здесь говорит, что твою близкую подругу, девчонку, с которой в последнее время ты много времени проводил, как ветром сдуло. Так, ее бывший хочет, чтобы она вернулась к нему. Все этого хотят, он ее разыскивает быстро и отчаянно. Думаю, вам с ней надо отправиться в шикарное свидание в Алкаквин. Квартиру ей новую покажешь, а потом у вас все будет хорошо. Только, блин, шевели задницей. Женщины не любят слабаков. Да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, хорошо. Поезжайте на квартиру. Стойте! Все время ездю на таксишках. Ну потому что на таксишках быстрее намного. Денег не жалко, в принципе, у меня денег до хрена. Ой. А что, она не здесь, что ли? А, надо было вот так вот сюда в дверь зайти, да? Надо было в эту дверь заходить с той стороны, ничего себе. Да, так, это еще. Нико, вези ее на Боллинг-стрит. Только не в кабине, ладно? Из того, что она устроила, то только в багажнике. Справедливо. Ой, черт, она меня только что укусила. По-моему, она что-то хочет сказать. Когда он бабушку выйдет, то вам не жить. Он убил от вас всех. Пересечемся как-нибудь. Короче, первый раз, точнее второй раз уже миссию эту прохожу, потому что первый раз... Ну нет, только трех звезд мне не хватало еще. Надо ехать в цвет за бабки, наверное.
Может, они так отвянут от нас? Да что ж такое, а? Нико, мальчик мой, Эти сегодня сидит с мамой, так что я могу присмотреть за твоей итальянской стервой. А где она? В багажнике она. В кабине она не слишком бы хорошо себя вела. Ублюдки, я вам яйца покручиваю. Дикая штука. Я ее постараюсь успокоить. Увидимся, Нико. Фу, господи, сложная миссия. Мне бы надо пополнить этот запас здоровья. Броньку взять надо. Где тут магазин оружия у вас находится? Давайте направимся сразу же на эту... Сразу же в магазин оружия вот направимся, купим себе броню. А потом направимся уже куда-нибудь. Давайте снова направимся к Джеральду, почему бы и нет. Закончить бы лучше поскорее это дело с похищением. Diamond are a girl best friends. Бриллианты лучшие друзья девушек. Называется. Да, здесь... Наконец-то закончим похищение. Это... Как похищение? Дело с этой... стервой. Привет. Ну... Что не так? Есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Хорошая заключается в том, что все кусочки картины сложились воедино, а плохая? Плохая в том, что я в упор не вижу никакой разницы. А что ты вообще имеешь в виду-то? Хочешь, чтобы я тебе все разжевал? Думаю, нет. Спасибо. Паки позвонит тебе и все объяснит. Бывший парень твоей девчонки согласен принять условия развода. А Жене выясняется, что он был не единственной нашей проблемой. Тут появилось еще одно дерьмецо. Не думаю, что мне удастся выйти отсюда в скором времени. Это было бы очень смешно. Береги себя. Да. Нико, мы с Грейси ждем тебя в Нортвуде на Франкфурт-авеню. Похоже, развеселое время с ней подходит к концу. Вот это трагедия. Мы должны устроить ей прощальную вечеринку. Отличный план. Надеюсь, кто-нибудь притащит нам подарок на эту пирушку. Возможно, сумка битком, набитая бриллиантами, поможет нам успокоить боль. Мы тебя ждем. Найдите машину Паки в Нортвуде. Остановитесь, да ё-моё. Здорово, чувак. Так, Нико, обмен будет совершен на водоочистном заводе на Чарч-Айленд. Паки, дружок, как там у вас дела с Грейси? Да как в сказке. Правда, Грейси? Слышал, она как рассказала, что сильно любит меня. А как тебя, Ник, Грейси?
Грейс, следи за языком. Нико — это мой хороший друг. Не смей так о нем говорить. Грейси, да ты прелесть просто. Да, приходится связывать такими подонками, как Нико. Определенно на меня дурное влияние оказывает. А ехать-то далеко, кстати, нет? Да, ехать довольно прилично с разворотами, поэтому здесь мы тоже вырежем этот момент. Вот здесь у нас и состоится сделка. Ну что, Грейси, мы приехали. Сейчас ты окажешься на свободе. Это Луис Лопес и Голубой Тони. Голубой Тони в каких-то темных очках и со светлыми волосами. Грейси, ты в порядке? Эти сволочи тебе ничего не сделали? Она не может говорить. Мы ей кляп в рот ставили. Верните ее, изверги. Она и так достаточно настрадалась. Давай сюда наше добро. Давай сюда, Грейси. Я пришел за тобой, малышка. Давай уже чертово добро. Ладно, успокойтесь, оба. Мы положим камешки на середину и отойдем, хорошо? После этого вы отпустите к нам девчонку. Мы уедем и сможете забрать брюлики, понятно? Конечно, покажите нам камешки. Голубой Тони здесь выглядит не так, как в дополнении баллада о гей-Тони. Здесь он выглядит хуже. Иди ко мне, рыбуша. Отпусти ее. Господи, мистер Болгарин. Нико Беллик, так получается, что каждый раз, когда у меня что-то воруют, ты окажешься поблизости. Я ничего у тебя не крал, мистер Болгарин. Эти люди, толстые, его стерео, они украли мои бриллианты. Вы пытаетесь ограбить воров? Ограбить меня? Кончай. Да. А, отлично, а сам свалил. Мне все равно, что ты ему сделал, но без бриллиантов мы отсюда никуда не уедем. Блин. А, это Патрик. По нему не надо стрелять. У меня снайперка, может, есть. С снайперки их будет легче намного завалить. На! На! Еще один! На! Господи! Русские! Русские! На! Там еще должен быть один. Но я его не вижу. Он, наверное, струсил, побоялся. Ну где ты? Влезай. Иди за мной. Да черт побери, а. Проклятый мистер Болгарин. Что? А, это ты? Я думал, это этот жирный идет. Капец, еще одни. Хо-хо-хо, это что это за развороты с ним были? Да что ж такое, а? Еще одни. Блин, эти штуки не взрываются.
полицай. Далеко, Нику, не отходи. Дайте-ка сюда этот пистолет. Блин. Парень с камешками должен быть здесь. Сейчас я пособираю вот эти вот. Блин, тут еще, наверное, сейчас появится. Блин, а я в тех не могу стрелять, потому что они слишком хорошенько спрятались. Да, и да, иду. Да что ж такое, еще одни. Один остался. Дайте здоровье, отлично. Мы прижали тебя, отдавай брюлики сюда. Если ты отдашь их, мы тебя отпустим. Я в полной жопе. Если я вам отдам бриллианты, вы убьете меня сейчас. Мистер Болгарин вас убьет. И пусть они лучше никому не достанутся. Как всегда облажались. Ах ты эгоист, чертов. Погодите, я соберу вот это вот. Фу, жестоко было. Давай, спускайся. Возьмем одну из этих машин. Нико, столько трудов и никакого к чертям результата. У меня так всегда. Так у многих дела. Я уже начинаю привыкать к таким заявлениям. Ладно, позже увидимся. Пойду огорошу Джеральда. По крайней мере, нас будет разделять пуленепробиваемое стекло. Такие вот дела. Теперь нам стоит направиться куда-нибудь. Давайте к Филу направимся теперь. Ну и чё, а тебе чего надо, Дмитрий? Ты продолжаешь меня расстраивать, Беллик. Расстроен то, что я тебя еще не убил, Раскалов? Не волнуйся, твой час еще придет. Я обшарил завод на Чардж Айленд. Посмотрел там все трупы, но твоего не нашел. Очень расстроился. Извини, но это твои головорезы виноваты, что они не смогли меня убить. Удивительно, ты дважды обокрал моего друга, Рая Болгарина. Сначала в Европе, а теперь в Либерти-Сити. Ты украл у него бриллианты. Ты ему задолжал, Нико. Может быть, ты просто с ним рассчитаешься, и мы мирно разойдемся? Дмитрий, я ничего не должен Болгарину. А вот тебе-то я пулю в висок должен. И я с тобой расплачусь, не переживай. У тебя острый язык, Нико, но я вырву его. Это только вопрос времени. Прощай.
Не волнуйся, до тебя я доберусь еще, Скотт. Трипес. Триспес, точнее. Ты не заметил чертов вертолет на пути сюда? Да, нет, не замечал. Давай, нам нужно в порт Тюдор ехать. Русские помчались. Они рассказали Анчелоте, что пудру присвоили мы. Фиг его знает, как они это выяснили. Я никому не рассказывал. Да пофигу. В общем, дело такое. Надо завалить толстяка Чарли. Туда он сядет в вертолет. И расскажет совету, что мы добычу Анчелоте стили. Короче говоря, куда нам надо ехать-то? Недалеко, ничего страшного, недалеко. Я эту миссию уже, честно говоря, не помню, что там было. Блин, машина дымится уже. Ну что ж такое, я все время врезаюсь во что-то. Давай, 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 давай. Мы уже скоро должны приехать, я думаю. В общем, так, я понимаю, что у нас есть два варианта. Первый, ты врываешься через главный вход и бьешься с ними лицом к лицу, как умеешь. Второй, тихонько обходишь их сзади, проникаешь внутрь через подвал и имеешь их в жопу. Варианты, варианты. Короче, решай сам, увидимся. Найдите толстяка Чарли. А где здесь, а где тоннель-то? Через этот тоннель, что ли? Но через этот забор я не пролезу. Тут колючая проволока. Приготовим оружие сразу. Третий раз уже пытаюсь эту миссию пройти, потому что меня убили. Прошлые разы. И оружия даже нет уже толком. А кончилось оружие нормальное. У них оружие это мощное, я вам скажу. Отсюда попробуем пострелять. Здесь где-то бронька должна быть подана. Господи, тут еще и такие проемы.
gonna take the message. Fucking Fennett! Having fun? Да ё-моё, ну сдохните! О, здоровье, это хорошо. Блин, с ними так просто не расправишься. А, оттуда стреляют. Блин, надо застрелить, наверное, с крыши от кого-то. Мешают проходить. Давай. Куда собрался? А ну иди сюда. Нет, что-то нипочем пули ему, я смотрю. Такого свет единогласно выступить за Джимми Гэнни. Блин, а пилота не видно. А, все, подбили. Ух, жестокая бойня получилась. На этом точно мы с вами закончим. Так уже больше часа, блин, записываю. Можешь больше не бояться, этот толстяк разговорился. Вот незадача, а. Как вы поиграли в бейсбол? Отличная работа. Фух, все. На этом закончим с вами. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь на меня, пишите видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. А также не забывайте, сидите дома и не выходите без особой необходимости. Всем пока.